Надо найти 5 амулетов, 5 гербариев. Продолжаем искать. Да. Что я типа здесь найду? О. Спуск. Все, лестница теперь на постоянке открыта. Нигде мне эти найти? Оба-на! Что такое? Так. Ящик вон там. Если что. Так, 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 что случилось? Ага, это амулет надо положить в ритуальный круг, понял? Так, а еще записка здесь какая-то. 2 сентября 900-го. Атмосфера в доме очень изменилась. Тимми пока слишком мал, чтобы в полной мере осознать, что произошло. Он постоянно спрашивает, где папа, и плачет. А Элли вовсе перестала разговаривать с кем-либо. Питер, сын няни, пытается с ними играть. Но они не идут на контакт. И вчера няня Темсин сказала, что... То есть я... Получается, вот этот вот, за кого я играю, он сын няни. А кукла обманула, да? Получается, кукла меня обманула. Так, надо наверх идти. Бежим, бежим быстренько наверх. Точнее, я уже наверху. В круг типа мячик надо положить. Вот это я так предполагаю. Фигурка есть и мячик есть. Так, здесь все, теперь нужно найти аконит какой-то. Какой-то непонятный аконит. Что, крутить можно? Нет, нельзя. По-моему, я здесь уже был. На всякий случай еще раз проверю. Да, похоже, тут ничего нету. Надо найти аконит. Да? Аконит же. А, или подожди-ка, или я положил, может мне в монокль это надо было посмотреть. Типа. Нет. Аконита какого-то не хватает. Так, вроде туда надо идти, чтобы
спуститься-то? Вроде я правильно иду. Так. Нет, я не туда, значит, сейчас вот здесь вот. Во. А где мне найти этот аконит? Интересно. Так, сейчас спустимся вниз, значит. Так, шкаф есть, если что, заныкаться. Так, мне сюда, наверное, нет. Тут я был. Тут я был, тут. О, зеркальце какое-то, нет. Зеркальце нам не подходит. Так, в шкаф можно еще спрятаться. Аконит нужен, блин. А как мне его найти-то? Я совершил ужасную ошибку. Защита, откуда эта кукла не могла выбраться, была снята с помощью. Ну это понятно. Это все понятно, чувак. Это все понятно. Понятно, что она появилась здесь, нет? Так. Интересно, молнии бьют, когда это, когда я в правильном направлении, что ли? Оба, она, дверь закрыта, дверь была. А, ну да, здесь же это. Здесь женщина была, и это приходило, я прятался в этом шкафу от нее. Блин, и где его? Где искать этот аконит? Оп. Чё такое? Фига себе, шкаф можно подвинуть. Это в самом начале можно было сделать? Или это только сейчас? Вот какой-то проход, ай-яй. Так, это я где? Типа выход. Так, здесь, скорее всего, что-то есть. Фонарик светит, и больше ничего не вижу. Так, надо все подробно. Что я сделал? Что-то открылось. Что-то я нажал, и что-то открылось. Секретный какой-то проход, наверное. О.
да, здесь не хватает последней головы. А, дернул за рычаг. Так я дернул. И чё, типа где-то здесь должна появиться голова или чё, ребята? Так, ничего не видно. Чё за хрень-то? Так. Вот голова. Я не забрал? Нет, не забрал. Мне типа надо найти голову. А где я найду эту голову? Блин, офигеть. Будем искать, значит, голову. Надо все облазить. Интересно, что ты. Так, ищем голову. А вон голова же какая-то валяется. Воу, все, чуваки, я нашел голову. Так, отлично. Все, бежим, надо ее срочно поставить, вернуть на место. Охренеть. Просто охренеть, блин. На. Что такое дверь? Круто. Мне походу точно сюда. Так, сразу смотрим. Шкаф есть, чтобы заныкаться. Ага, он уже сломан. Здесь не хватает... Ага, я поставил голову. Все, это я сделал. Оба-на. Они сделают все, что угодно, чтобы остановить меня. Мне пытаются помешать закончить ритуал. Нужно не дать себя догнать. Оп, кто-то прошел, что ли? Не показалось. А, нужно закончить ритуал, понял. Идем наверх. Так, шкаф, если что, прятаться в нем. От этой злобной женщины. Вот, мне вот этот цветок надо. Так, книжку мы закрываем, она мне пока не нужна. Вот цветочек нам туда, наверное, не хватает его. Вот сюда. Да. А конец все равно нужен. Охренеть. Так, значит, в той комнате еще что-то там. Я еще что-то не сделал в той комнате. Блин, а я уже сиганул сразу сюда. Ладно. Сейчас вернемся в ту комнату.
Блин, там еще комната есть с замком кодовым. Хер знает, какой там код. Надо будет, наверное, тоже узнать. Так, может, здесь что-нибудь пропустил? Нет, может, на тебя нажать? Нет. Нет, здесь-то все. А, дверь вон есть. Скорее всего, мне в нее. Да. Ага, она закрыта. Такс. Ладненько. Ищем дальше. Я так понял, я аконит вот этот вот подобрал. А мне нужно 5. Здесь кодовый замок, зараза. Какой пароль? Оп. Ага, 6896. Так. Блин, было 6. Ладно, сейчас, еще раз. Шесть. Восемь. Девять. Шесть. Шесть. Восемь. Девять. Шесть. Шесть. И чё? Наоборот, что ли? 6, 9, 8, 6? Так, попробуем сейчас наугад что-нибудь. Так. Давай здесь 9 оставим. Здесь что, можешь 5 поставить? Я уже прошел. Ладно, вон 8 оставим. Так, так, так. Здесь пускай это будет. Оп, угадал. Нифига себе, случайно вообще тыкал, тыкал. Ну как случайно? Те же самые цифры, только просто... Короче, по-другому. Как-то. Блин, я, короче, сам не понял. Ладно, заходим. Ага, вот она, конит. Лежит. Вон он. А что еще здесь? Шкаф есть заныкаться. Четвертый, это я нашел, 5 осталось. Где-то он может, где еще, я не знаю. Так, нужно найти последний аконит. Где его искать? Я понял, дыра была в полу, там что-то было. Что это такое там? Лестница. Где она? О. Так. Хера себе, здесь оказывается лестница есть, да ладно. А вон он, видите, вот я же говорю, блин, вон он последний. Так, давай, и чё, и как её? Где ее найду? А я ее видел, по-моему. Ну-ка, надо с той стороны еще посмотреть. Сейчас посмотрим. Нифига, по ней вот так можно слазить. Воу. Круто. Так,
Смотрим, что сразу есть. Сейчас я ее возьму. Это так они, ты что-нибудь сразу случится. По-любому. Эх ты! Бежим! Бежим, бежим, прячемся!